Двойка, раз, два, длинная, прям ап туда, сел на правую ногу. Длиннее было, вали прям справа. Опять. Раз, прыгай обеими ногами, прыгай. Как, смотри, что ты делал, раз. Рука потому что опережает. Ноги, крутись просто. Зачем вверх опять? Просто прямо вперед. Твой подскок это и есть вверх. Не надо самому вылазить. Бей сразу, крути, сразу. Крути сразу с кулаком вместе. Быстрее. Подсел на заднюю ногу. Как бы на задней ноге впрыгиваешь. Ну не гнись, ничего не надо. Вот ты на задней ноге разворачиваешь, шире ноги поставь. Хорошо получается же. Не гнись, не гнись, следись, крутись просто, крутись бедро. Крути бедро, жопу крути. Еще раз. Сильнее. Теперь взрыв, взрыв ногами, сжать кулаки. Оп, длинная двойка, пошел. Туда сильнее, сразу кулаки бей. Кулак сразу, вращай, вращай, вались прям плечом туда. Почти. Бедро прям вот туда, через руку. В одну лапу двойку бьешь, раз, два. Ну что, встал? Дальше левая нога. Дальше левая. Где второй подскок на ногах? Быстрее. Второй подскок. Где в ноге обеими ногами? Нога подошла пойти. Где второй движение ногами? Не чувствуешь? Смотри, ты что сделал, смотри. Раз. И вот здесь, оп, вверх. Ты просто вверх делаешь. Все, и ты не можешь. Рука первая идет, ты здесь выпрямляешься, теряешь группировку. Ты прыгнул раз, прыгаешь вперед и вращение. А ты на месте, ты без вращения сразу делаешь движение вот здесь вверх. Еще раз попробуй. Два движения вверх, вперед ногами. Двойка. Молодец, зачем ты вот здесь выпрямляешь колени? А? Акцент типа, да? Сильный акцент, да? Логично, есть в этом что-то, смотри. Раз, два. Но это на полной стопе, это на месте встать. И все равно подскок вперед идет. А ты вместо того, чтобы выпрямить, акцент имеет место быть. Раз, и как бы да, вот здесь подпрыгнуть, безусловно. Ногами выпрямиться, да? А на полной стопе, пауза. Более короткое движение. Я хочу, чтобы ты длинное движение. Мне нужен твой правый прямой длинный. Это немножко другое движение. К тому же, посмотри, на этом акценте я что делаю? Ногами. А ты делаешь вот это движение. Вот здесь, чуть-чуть вверх. Понял? И оно тебе останавливает. Не надо сейчас акцента, просто длинную двойку. Не акцентируй, но такую. Да! Массу разгоняй, ушире на ногах. Левая нога дальше. Вот, крути жопу, да-да-да. Бей-бей-бей, кулак сразу уже. Не гвались сам. Вот, перед собой кулаки загоняй. Крутись, крутись, хорошо делаешь, крутись, все хорошо. Крутись прям, разворачивайся сильнее справа. Во, левое бедро, прям жопой меня ударь. Да, 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 вот сюда. Завались, еще раз, длиннее ширина ноги, прям левую ногу дальше. Прям подсел на правую сильнее, давай, ниже, ниже сядь. Вот, 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 вот. Во, еще раз, давай. Подсел, 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 оп. Почти. А теперь максимально быстро и сильно. Я знаю, я тоже устал. Быстрее. Взрыв. Оп. Вот еще. Да, загони прям попу. Ну что-то есть. Смысл уже понять. Вот это посмотри. Да, движение. Смотри, когда ты прыгаешь, у тебя уже вверх идет. Понимаешь? Ты все равно перепрыгиваешь. Но вот здесь ни в коем случае. Вот это. Оно тебя останавливает. Да, вот. Но если ты вот чуть-чуть вот здесь, хоть чуть-чуть. Это очень резкое движение, инерционно, понимаешь, а тебе сразу мозг не даст мне сделать движение вперед. Согласен? На месте правый прямой сильно. Сильно правый прямой, завали прям. Колени опусти, шире ноги, поставь прямо отсюда, бей. Валишься. Сильнее. Сильнее. Без ног, одними шире ноги поставь, одними руками. Вот туда плечо прям. Во!
Во! Не наклоняйся спиной. Да. Поймай второй локоть. Поймай локоть второе бедро. Да. Локоть второе бедро. Вот и все. Вот этот локоть тебе не даст здесь никуда распрямиться. И на двойке то же самое. Поймай локоть и бедро. Хорошо? Все, более-менее. Что, мозоль что ли на ноге? На левой. Блин, а что молчишь? Я ж потом догадался, но поздно. Все, ладно. А спасибо где? Все, пока. Все, ребят.